Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова я, Сергей Куликов, и это сайт «Фокусы от моряка». В этом видео речь пойдет об очередной карточной колоде. Но в этот раз эта колода будет более подходит для игроков, а именно для игроков в покер. Если до этого мы с вами рассматривали колоды для фокусов, то эта колода более такая игральная. Я вам говорю про колоду Bicycle Pro Poker Pick. Вот именно о ней, об этой колоде и пойдет речь. Если вы игрок и ищете себе реально классные карты, то я советую вам этот обзор досмотреть до конца. Я думаю, вам он очень понравится. Ну что ж, давайте глядеть. Окей, друзья. Что ж, давайте приступим к нашему обзору. Теперь я буду использовать красный карандаш вместо погрызанного, который был раньше. Итак, колода Bicycle Pro Poker Pick. То есть карты сделаны в приоритете, они создавались, конечно же, для игры в покер. Но никто вам не мешает, конечно же, показывать с ними фокусы. Хотя для фокусов лично я бы, конечно, их использовать не стал. Окей, ладно. Что из нас... Что у нас представляет собой коробочка? Коробочка – это сочетание черного и красного цветов. Есть же такая коробка черного и синего цветов. Ну, как обычно, то есть есть красный вариант, есть синий вариант. Итак, значит, здесь мы видим классическую надпись Bicycle Trusted Science 1885. Я думаю, эту надпись уже все выучили наизусть, поэтому даже переводить не буду ее. Далее, Bicycle Pro Poker Pick. Значит, это как бы профессиональные карты для покера. Здесь вот обратите внимание, вместо привычной нам женщины, которая стоит на фоне пиковой масти, да, изображен такой ангелочек, который гонит на велосипеде. Вот. Возможно, угнал, потому что едет, видимо, очень быстро. И здесь вот сбоку, у нас вот справа внизу нарисованы, как изображены, как у нас изготовлены сами вот эти карты. То есть, здесь есть такая небольшая фишечка, которая есть именно у этих карт. Но я это вам покажу, когда открою колоду. Итак, здесь у нас надпись Bicycle Pro Poker Pick Face. Сверху надпись Poker Size, Poker Pick Face. То есть покерный размер и лица Poker Pick. То есть это уже не классические, там точнее изображение классические, но с увеличенным индексом. И здесь также Bicycle Pro... здесь вот Great Cards, Great Times. То есть великие карты, великие времена. Ну, здесь адресок, куда можно подъехать, если что. Вот. И здесь вот такие вот надписи, то есть какие-то надписи. Если честно, не переводил, не интересно, как это было. Окей, друзья, вот так вот выглядит коробочка. Коробочка у нас такая, она, ну, по материалам, та же самая коробка, как на Bicycle стандартах. Я думаю, через руки большинства картежников Bicycle стандарты прошли, и вы прекрасно помните, что это за коробочка такая. То есть тот же самый материал, только изменена цветовая гамма и изменен дизайн. Ну окей, давайте откроем коробчонку. Так вот. Ну, что хочу сказать. Как обычно, здесь лежат рекламные карты. То есть то, что Bicycle есть в Фейсбуке, Твиттере, в Ютубе. Здесь вот не забыл ли ты правила. То есть можешь зайти на bicyclecards.com/rules и посмотреть правила игр всяких там. Вот. И здесь также рекламная карта. Poker Pick. Казино Paper. То есть бумага. Материал казиношный. Pro Cottage. Tournament Back. Вообще эти карты используются для мировых этих чемпионатов по покеру, которые начались в 2007 году, либо их начали использовать в 2007 году. В общем, эти карты ходовые. То есть есть еще карты B в SOP, то есть World Series of Poker, также вот эти карты Bicycle теперь еще. Ну, как обычно, джокеры, да? Джокеры у нас классика, то есть тот же самый король, который едет на велосипеде. Один из них гарантийный, один из них обычный. Такой вот, такие вот у нас джокеры. Пиковый туз, та же самая женщина, которая у нас всегда на пиковом тузе изображена. Но обратите внимание, все карты здесь, они выполнены так вот, уменьшенные вот эти изображения. И здесь сделан индекс джумбо, то есть увеличенный индекс, то есть большие буквы. И что мне еще нравится, здесь сделаны по бокам вот такие вот пиковые
такие, точнее, не то чтобы пиковые, да, на каждой карте, конечно же, свое, такие вот еще дополнительные маленькие индексы. Это мне позволяет, не поднимая карту со стола, посмотреть, например, какая карта мне пришла. Заодно хочу сразу отметить рубашку. Рубашка здесь изменена. То есть, обратите внимание, здесь уже не классическая рубашка Bicycle стандартов. Здесь уже добавлены вот такие вот надписи. Bicycle. И здесь вот такой вот уже белый фон. Как мы помним, на стандартах там все такое раскрашенное, все там какими-то узорами заделано. Здесь этого нет. Здесь рубашечка очень отличается. Ну, не то чтобы очень, но отличается заметно. Поэтому, когда я первый раз открыл, посмотрел рубашку, вот рубашка, она мне сразу приглянулась. То есть, это что-то уже такое новенькое, уже такое отличное от привычного нам, скажем так. Итак, такая вот у нас рубашка. Сами карты абсолютно все выполнены вот таким вот стилем, как я вам показывал. То есть увеличенный индекс и маленькие индексы добавлены по углам. То есть вот все карты вот так вот сделаны. Сами изображения карт, я имею в виду старшие карты, валеты, дамы, короли, они классические. Такие же, как на байсиклах стандартных. То есть все то же самое, только уменьшено и добавлены большие индексы. Большие индексы и маленькие по углам. Вот такие вот карты. Особо много рассказывать про них нечего, потому что это не карты, например, теории 11, над которыми там бились годами, да, там создавали по 3 года. Нет, не иллюзионист. Просто обычные покерные карты, блин. Что касается качества карт, качество Bicycles, как, ну, как обычно, конечно, карты классные. То есть тасуются они прям превосходно. То есть по качеству материала как бы аналог Bicycle стандарта. Ну, вот эти картишки я теперь особо юзать не буду. То есть мы иногда собираемся погонять в покер. И я, конечно же, как матерый картежник, имею в запасе хорошую колоду именно для игры в покер. Так что, друзья мои, вот эти вот карты. Тасуются классно, верятся тоже все то же самое. Ленты, ну, в общем, все хорошо с ними. Да, и вот, как вы помните, наверное, когда чемпионаты проходят по покеру, да, там игрокам сдают карты, и они их даже не поднимают с рук. То есть почему? Как раз вот есть вот эти вот уголки, я могу приподнять, и за счет вот этих вот одних лишь уголочков посмотреть, что это за карта. И сейчас я вот задираю высоко, потому что у меня камера так поставлена, чтобы вам видно было. Вот. Но мне особо не надо этого делать. Я могу вот так вот лишь приподнять. И мне уже, в принципе, видно, что у меня 9 черви, 9 пик. И на прикупе еще там, на префлопе еще 2 девятки мне придет. И все, я победил. Ну что ж, друзья. Вот такой вот обзорчик у нас был. Это были карты Bicycle Pro Poker Pick. Кому интересны эти карты, я вам хочу сразу сказать, карты недорогие. Вообще, я считаю, что каждый уважающий себя игрок должен иметь в арсенале колоду вот именно для игры. Не для всяких там фокусов, а именно вот чисто поиграть. Как обычно, ссылку на покупку в проверенных магазинах этих карт я оставлю в описании к видео. Так что, если кого заинтересовали, можете смело покупать. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи на следующих встреч на нашем судне. Пока!